Всем привет! Сегодня будем делать вот такого вот барашка или овечку. Можно нарисовать ей носик, можно нос отпырки. Можно сделать из 360 шариков, когда он будет в полтора раза больше. Для изготовления барашка нам понадобится 2 260 шарика и кусочек белого для глазок. Сначала сделаем глазки. Надуем на 3 сантиметра. Разделим пополам. Свяжем вместе. Хорошо затянем и отрежем лишнее. Теперь надуем туловище на 4 качка насосу. Ну, шарик, конечно же, растянем сначала. А если точнее, то где-то чуть больше 50 сантиметров. Завязываем как можно ближе к колечку, подвигаем воздух и надуваем второй шарик на чуть больше, чем качок, полтора качка. Или где-то вот чуть больше 20 сантиметров. Можно сразу же привязать его к первому шарику. Так, в пальцах, значит, 9 пальцев у первого и много пальцев у второго. Теперь делаем 4 одинаковых пузырька где-то на 5 сантиметров, скручиваем вот так, берем попарно, скручиваем вот эти пузырьки, это будут ножки, оставляем пока этот, берем вот так вот на 4 пальца. Скручиваем, делаем мягкий пузырек, маленький, делаем пинч и делаем маленькие пузырьки на 4 сантиметра. На 4. Значит, по 3 штуки. Раз, два, три. И перекидываем через ножки. Делаем еще 3. Перекидываем через этот пинч. Это будет чубчик. Вот этот. Делаем еще 3. Опять перекидываем через ножки. Еще 3.
Еще три. И последний раз. Два. Три. Значит, здесь можно сделать пинч. Который будет на макушке. Он будет закрывать вот эти узлы. Теперь выдавливаем воздух, делаем ниточку и оборачиваем ее вокруг чубчиком. Делаем еще ниточку. Делаем маленький пузырек. Вот так вот держим. И скручиваем пинч. Это будет ушко. Оборачиваем вокруг вот этой трубки. Делаем еще ниточку. Отмеряем, сколько нам нужно для мордочки. Скажем, столько. И вот так вот скручиваем. Теперь берем глазки, перекручиваем их и вставляем их вот так вот снизу. А из остатка также сделаем ниточку, маленький пузырек, такой же, как первое ушко. Скручиваем пинч и оборачиваем вокруг второй крутки. Так, получилось большое ухо. Отрезаем. И вот так вот снизу этот узелок прячем. Теперь берем этот чубчик и вот сюда вот его продвигаем.
получилось это ухо больше, чем это. Ну, что поделать. Ну, извиняюсь, не очень я хорошо рисую на весу. Ну вот. Спасибо всем за внимание и до свидания.